Берем 8 столовых ложек молока, вводим туда дрожжи, 10 грамм, у меня вот такие дрожжи, и все перемешаем. Всыпаем ложку сахара, 3 желтка и 4 ложки сверху муки. Все перемешаем. Перемешали, ставим нашу опару на 30 минут. Пусть подходит. Опара наша подходит. Берем изюм 50 грамм и заливаем одной ложкой коньяка. Что это дает замочка изюма в коньяке там, или в водке? Изюм наш продезинфицируется, размягчится и пропитается вкусом ароматического этим составом спиртного. Попадет в нашу выпечку изюм и придаст нашим куличам особый аромат и вкус. Но произойдет это не сразу. Вот поэтому мы и печем именно буквально за 2 дня, чтобы был этот аромат насыщенный и приятный. Вот наша опара, вот смотрите, уже хороша и начала уже оседать, значит, нам нужно уже начинать готовить, замешивать тесто. 0,5 чайной ложки соли, 150 грамм сахара, 1 пакетик ванильного сахара, цедру лимона. Все это перемешиваем. Старайтесь снизу вверх все это перемешать. Даем нашему тесту этому немножко постоять, чтобы растворился сахар. Выливаем наши белки, 3 белка, чуть-чуть соли, немножко буквально. Избиваем наши белки до устойчивых пиков. Вот такие вот они должны быть устойчивые. И мы их выкладываем в наше тесто. И снизу вверх мы вот так вот вводим белки наше это тесто. И хорошенько мы перемешиваем. Сбивать их не нужно, тесто просто ввести и перемешать. Добавляем нашу муку, но не сразу, постепенно. И когда последнюю муку уже добавляем, остатки муки, вот это все, немножко так ее помешаем, вот тут и приходит время для нашего изюма, чтобы мы его туда бросали, чтобы он уже распределялся в наших тесте. И распределяется он наш по всему тесту. Ложкой уже тяжело, поэтому мы делаем, немножко смачиваем руку маслом и немножко придаем тесту нашему формочку такую, чтобы оно, видите. Теперь нашему этому колобочку даем постоять буквально 2 часа, чтобы оно, тесто это подошло. Накрываем полотенчиком и пусть оно 2 часа теперь подходит. Я смазываю формочки, вот беру обычную салфетку, вот, обмакиваю в масле. Мне так больше нравится, чем кисточкой. Они очень хорошо смазываются, стеночки. Даже лучше, чем вот этой кисточкой. Ну, кому как нравится. Тесто, как видите, наше подошло. Мы смазываем наши руки маслом, чтобы хорошо колобочки наши делать. Понемножку делаем такую формочку им, вот, чтобы они, и кладем нашу формочку. Вот 4 у нас будет куличика.
Вот они. И даем им подойти. Кусочек до меня. Маска. Угу. Ты даешь ему.